Следующая техника – это использование таких звуков, как… Это делается при дыхании носом. Ля-ля-ля, лё-лё-лё, когда язык прижимается к нёбу и отлипает. Причём разная площадь языка в разной части нёба даёт разный звук. Поэтому с этим элементом давайте сделаем импровизацию. Будем внедрять этот элемент в нашу импровизацию. И то же самое при дыхании носом. Ой-ё. И теперь уже еще прибавим дыхание ртом, горло. В общем, совместим все платформы вместе с этими техниками. Я бы хотел бы добавить еще одно «но», что, чтобы был максимальный эффект, надо прокачивать чакры снизу всеми нотами. И вот когда вы их всех прокачаете, дойдете вот до нашей аджны на шестом варгане, ну, на шестой ноте точнее, вот тогда будет эффект особенно, скажем так, продуктивный, реальный, ощутимый. Угу. Когда просто будешь играть сразу с шестой ноты, конечно, тоже будут какие-то ощущения, если часто практиковать. Но вот если все сразу делать, то эффект будет максимально мощный. Ну да, здорово. Конечно, нужно это все совмещать со здоровым образом жизни, с физкультурой. В общем, в комплексе, друзья, со здоровым питанием. Все, поехали. Сейчас мы хотим попробовать сыграть на ноте ля, но на разных октавах. Я буду играть на строе тоже 432, 54 Гц, нижняя октава. А Ильдар также на ноте ля 108 Гц. Я буду тянуть, он будет более часто играть.